Итак, я это тоже запишу. Короче, про меня сделали тут пони-страшилку, которая называется «Гроб на колесиках». Давайте-ка смотрим. Жила-была девочка у мамы. Однажды она осталась одна. И вдруг по радио передают: «Девочка, девочка, гроб на колесиках выехал с кладбища. Твою улицу ищет. Прячься!» Девочка испугалась, не знает, что делать. Мечется по квартире, хочет маме по телефону позвонить, а в телефон говорят: «Девочка, девочка, гроб на колесиках нашел твою улицу, он твой дом ищет». Девочка пугается страшно, все замки запирает, но из дома не убегает, дрожит, радио снова передает: «Девочка, девочка, гроб на колесиках твой дом нашел, в квартиру едет». Когда мама домой пришла, она находит девочку неживую. Только во рту одно колесико какое-то. Интересная страшилка, чё за дело? Боже ты мой. Шо? Как? Шо да как? Интересная страшилка на самом деле. Забавная. Но коротковато все-таки. Коротковато. Так, страшилку заканчиваю. Запись, типа. Заходите на стримы, ребята.